Сегодня 23 мая 2017 года. Опять мой путь следует по городу. Какие-то обозрения. Сделаем очередные репортажи. Пока факторов таких не предвидится что-то отснять, но я попробую маленько все-таки прокомментировать то, что сейчас на данный момент видим. Город в активном движении, в работе все. Кто куда, кто по магазинам, кто гуляет, кто зевает. Проходим по улице Циолковского, пенсионный фонд наш российский, Дзержинский, и следуем по направлению Циолковки в сторону Союза, Меркурия, микрорайона. Саженцев здесь садоводы приобретают все, что себе надо на свои участки и дачи. Торговая деятельность так обусловленная. Идем дальше. Итак, сейчас подходим к Союзу. Подходим к Союзу. Пешеходная дорожка такая, тоже в плохом состоянии идет, тоже надо ремонтировать, руки прикладывать, кто будет и когда, не знаем. Вот, пожалуйста, торговый дом «Союз». Торговые павильоны. Вот какое-то название. Перекарня. Что это за такое название, не знаю. Но убедимся. И узнаем, что за перекарня. Спасибо. Продолжаем дальше свой комментарий. Идем сейчас, встретимся с товарищем, с другом, с хорошим, с которым я дальше продолжу этот репортаж. Вот. Он меня там ждет, у центрального входа. Вот. Вот знакомые люди все. Здравствуйте! Да.
Так, позвоним, где он у нас обитает. Серег, ну где ты? Да зачем? Я уж тут, стою, на выходе. А? Я уж там все прошел, все там спустился. Петрюха, здорово! Привет! Давай теперь спросим у людей сидящих. Может быть, они в чем-то, может быть, не согласятся с нами. Женщины, вот предстоит у нас, значит, в субботу такое мероприятие, День города, да? Знаете все прекрасно, да? Вы как насчет относительно к этому празднику относитесь? Или будете справлять, или нет? Нет. У нас есть, кстати, спорный вопрос в этом деле. Я вам могу напомнить даже. Наверное, все прекрасно помнят, что был случай в прошлый год, очень трагический, погибла женщина. Абсолютно. Вот. И тем не менее хотят уже справлять в этот раз этот праздник, День города. На мощах умершего. День города справлять. Погибшего и справлять. Я уже думаю, это уже со мной многие согласятся, что это кощунство уже. Это у кого здоровье есть, вот те могут. Нет, ну здоровье-то здоровьем. Понимаете, в чем дело? Тут идет. Вот в чем вопрос затронут. На мощах убиенного можно справлять День города или нет? Как вы мне ответите на этот вопрос? Время-то проходит, а молодежь-то конец. А вот, например, глядите так. Вот, например, было 9 мая. Да? Вот можно было на 9 мая и включить и День города. Но не обязательно. День числа погибшей. Так? Со мной согласны? Как вы думаете? Да я не знаю. Тут только лишь погулять. Вот глядите. Например, взять дороги. Вот дороги сделать. Они не делаются. Что-то еще сделать? Не делается. А День города, значит, это надо. Деньги у них есть, и уйдут очень полно денег на это мероприятие. Очень много денег. Вот. На праздники, на все. Может, нужно куда-то деньги? Нет, а вот, например, на благоустройство города. На благоустройство города. Ну вот один только бульвар Химиков и сделай, а фонтан у универмага. А? Наверное, мест не работал, сделаем фонтан. Да, вот куда дели они фонтан? Они даже, знаете что, даже что сделали украдкой осенью, так скажем, в темных таких очах ночи, засыпали этот объект, где был должен восстановиться фонтан. Разграбили теперь чего? Трамвай надо скорее, чтобы это... Что? Власть пришла, а где чего? Давай трамвай. Ну, значит, вы против День города или как? Мне вот все равно. Я уже в богах, мне как все равно. На праздник я уже не хожу. Вам лишь бы спокойно, дорогой, и все. Ну ладно, здоровья вам тогда. Спасибо. Отдыхайте, спасибо. Серег, угу. На. Чего? Ну ладно, я сам. Девушка, вы не спешите никуда? Вопрос вот такой вот интересный вам можно задать? Вот предстоит у нас сейчас в субботу, на данный момент, День города отмечать. Вы к этому событию как относитесь? Это понятно. Нет, но я вот... Как вас величать? Настя меня зовут. Очень приятно. Меня Алексей. Я представляю независимый народный репортаж города Дзержинска. Вот. И вот такое мнение мы спрашиваем у людей. Они... Что грязь на почте?
после дня города. Но это раз, это одно, это одно. Нет, а вот так вот, как вот прошлый год, вот, например, был салют и убил женщину. Так вот, после того раза, стоит ли справлять уже день города или нет? Потому что если мы все христиане, религиозные люди, такой вот, видите, факт, то что на мощах-то как-то кощунственное вот это дело справлять уже. Человека нет и нет проблем. Человека убило салютом, а виноваты власти все-таки города были. Вот. Его можно перенести. Нет, дату можно перенести же. Куда-то, например, допустим, на август месяц взять. Не обязательно с этой датой сравнивать погибшие, когда погибла женщина от салюта, и день города. Правильно? Можно же перенести. Ясно. Ну ладно, спасибо вам. Вы как относитесь к этому празднику, к этому событию, Дня города? И надо ли его справлять уже в этот раз? Так как прошлый год было ЧП, убит был человек, женщина, вы, наверное, знаете, все в курсе. Вот, и теперь после того раза, как вы имеете в виду, стоит или нет справлять? Или что-то другие какие-то варианты предлагаете? Мне кажется, блядь, оно стоит. Это же, ну, День города. Так, День города. Ну, да. Это понимаем, День города. Да, дальше день что? Города. Его надо справить, да? Нужно поосторожнее. Так, поосторожнее. Где? На салюте? Да, на салюте, когда стоишь, смотришь, да. И... И глядеть друг на друга, кого бы не убило. Нет. Да? Ну нет, просто... Или что? Же веселиться, но просто быть аккуратней. Тогда так. Мой такой вот, например, вариант. Если там, например, технику безопасности соблюдать, всем сходить в чем? В шлемах, в скафандрах, чтобы никого не убило, да? Не обязательно так. Это был единственный случай просто. Что? Это был единственный случай. Единственный случай, но, не зная о том, что он будет еще такой случай или нет, еще никто не знает. Ну, мне кажется, что примет какие-то меры, чтобы такого больше не было. Не было. Больше, хотя бы бортики. Вы сами пойдете на День города? Я вообще не из этого города. Нет, наверное. Нет, ну, например, а вот вы. Как вас величать вообще? Меня Даша. Вас? Я Ира. Так, очень приятно. Меня Алексей. Я представляю независимый народный репортаж города Дзержинска. Я хочу еще вам задать такие вопросы, девушка. Вот, например, вы, наверное, приехали к подруге, да? Да. Сюда, в Дзержинск. Вы сами из Дзержинска, да? Нет? Нет. Нет? Откуда? Откуда? Ну, Сречетихи, это же рядом, все равно же. Вы приезжаете, ну, девушки. Приезжаем. Я хочу что сказать. Так вот у вас, вот, например, в Решетихе справляют День города или нет? Да, конечно. Салют делают, все прочее тоже? Да. Да? А когда, если у вас происходит, это, вернее, дата его, День города Решетихи? Я не помню. Летом, зимой, весной? Летом. Тоже летом, да? Да, летом. Ага, прекрасно, все отлично. Вот. Ну, как у вас там вообще-то День города нормально происходит? Да, или какие-то, есть заморочки? Нет, у нас никогда не все тихо, ничего. Все по-хорошему, да? Полиция все везде всех охраняет, все всех бережет, да? Да, бывает, да. Ясно. Но у нас никогда, у нас был салют и все, но у нас никогда не было ЧП. Значит, власти были ответственней. Какие? Ваши. Быть. Чем здешние. Правильно? Быть, да. Вот. Ну ладно, девчонки, всего вам хорошего. Вы, наверное, учитесь, да? Да. В школе? В техникуме? Нет, в школе. В каком классе? В школе, в восьмом. В восьмом классе. Да. Ага. Очень хорошо вам закончить учебный год. Спасибо. И всего вам хорошего, здоровья. Спасибо. До свидания. Пойдем с ребенком. Идем, Серег. Это у нас бульвар. Химиков. Бульвар Химиков. Знаменитый бульвар Химиков, который обделали так хорошо, так красиво. Идем замечательно. Птички поют, солнышко светит. Гуляют бабушки-старушки, ушки на макушке и все прочее. Ну, молодежь тоже много, дети. Вот, сейчас мы поглядим и полюбопытствуем здесь, кто
как относится к чему? К городу, к дню городу. Вон сидят люди. Беспокоить, не знаю их. Можно и побеспокоить, в принципе. Молодые люди, да. Вам бульвар Химиков как, нравится? Да. Мы вот снимаем репортаж. Красивый. Нравится? Да, по сравнению. Обновили? С тем, что раньше было намного лучше. Намного лучше? Да. Или хуже? Лучше. А сейчас? Конечно. Сейчас, наверное, еще лучше? Сейчас еще лучше сделали. Вот. Я поэтому и... Когда-то давным-давно тут было вообще ужас. Лет 10-15 назад. Ага. Ясно. Ясно. А сейчас хоть можно тут вообще действительно сейчас отдохнуть, да? Хорошо, можно погулять, да, пройтись. Ага. Вы сами из Дзержинска? Да. Из Дзержинска. А вы, у вас как, какое предчувствие к празднику, настроение, к дню города? Да. Я вот вам задам такой некорректный, конечно, вопросик будет. Понимаете, потому что я хочу еще маленько зайти, немножко чуть назад отойти. То, что в прошлый год, знаете, что произошло на День города, да? Помните прекрасно. Было ЧП. Оно, это ЧП, вело с собой такой обширный резонанс. Вот. И насчет этого, что сейчас хотят наши власти? Устроить опять очередной Дню города фейерверк. Вы как, за то, чтобы салют был на Дню города или нет? Или, чтобы, например, где-то собраться, где-то в кругу семьи, ну, на природе где-то просто так и отметить, и все. Наверное, на природу. На природу, да? Потому что погоду, видать, предсказывают хорошую. Да. Вот. В городе уже, не знаю, раньше еще как-то было интересно, сейчас вроде интересно. Интереснее было, да. Намного. Ну, да. Да. А сейчас только вот по сравнению то, что взять, День города проходит, и как, наверное, Мамай прошел на площади. Бутылки, скалки, ну, банки, это, все это прочее. Люди не соблюдают порядок такой. Всегда так. Да. Это всегда так. Ну, ясно. Ясно. Ну, значит, насчет салюта вы как? Против или нет? Вы не ответили на вопрос. Да. Да я как? Да я за. Почему бы нет, красиво. Пускай побабахают, только чтобы людей больше не убивали. Да, конечно. Потому что человека уже убили одного, это уже, конечно. Уже считай пятно. День города без салюта. На нашу власть такую. Нет, конечно, салютик нужен. Как вас величать? Андрей. Андрей, вас как? Вашу? Татьяна. Очень прекрасно, меня Алексей зовут. Девушка, остановитесь маленечко, а? Будьте добры, вопросик вам задам такой. Вам сейчас вот бульвар Химиков как? В данный момент нравится? Да. Уже кататься вам интереснее стало? Интересно. Все прикольно, да? И эстетически очень красиво смотрится. Вам нравится, да? Да. Давно бы все такие бы бульвары стали, да? Не один бы, например, бы бульвар Химиков, а, например, бы все бульвары в городе, правильно? Вот смотришь и думаешь, какой у нас все-таки хороший город. Ну да. Особенно, вот, когда, вот понимаете, вот Липовая аллея, зелень так прекрасно все, да? И настроение прям поет. Во, я поддерживаю. Ясно. А вы куда спешите? Я вас остановил. Торопитесь? Или прогуливаетесь, да? Еду. А, ну ясно. Значит, тогда не спешите. Значит, еще можем вам задать пару вопросов. Давайте. Таких. На День города как вы предпочитаете в этот раз отпраздновать? И где? В кругу семьи, на природе или в самом городе? Пойдете на салют, как ли? Я готовюсь к экзамену сейчас. Ага, вы учитесь в техникуме, да, ну, наверное? Учебниками. Нет, я в школе? Поступаю. Поступаете. Поступите, ага, вступительные экзамены. Да. Будьте корпеть, да, над знаниями. Я у меня тоже улетела в Турцию сейчас, поэтому я одна и буду готовиться. Ну, понятно. Как вас величать? Алина, очень прекрасно. Меня Алексей. Я представляю еще раз независимый народный репортаж, вам говорю. Вот, я это все вещи выставляю в интернет. На Дзержинское телевидение я вообще ноль, ничего, я с ними даже не контактирую, потому что они мало то, что обозревают, и даже практически буквально то, что им власть говорит, они оповещают. Больше ничего. Вот. А я такой вот, скажем, энтузиаст. Да, энтузиаст своего города. Вот. И вот я представляю вот такого вот репортера. Вот. Что хочу еще сказать. Что бы вы пожелали на День города
всем своим, например, вот землякам, горожанам, всем. Знаете, вот сейчас с каждого угла почему-то слышу такие плохие слова про деревню, потому что город некрасивый, город грязный, город вообще не приносящий никакого удовольствия, когда ты в нем находишься. Угу. Я не согласна, я свой город обожаю, и я желаю, чтобы все поняли, что он из хороших городов. Ой, очень прекрасно, очень прекрасно. Спасибо вам, всего спасибо хорошего, вам. Здоровья вам. Вам тоже самого. До свидания. До свидания.
вот там пылище идет вовсю. Что-то буерозят. И что это у нас там за пыль такая? Аж прям целый шквал пыли стоит. Прям целый шквал пыли, прям на людей, на всех прохожих. Но что это за беспокойство такое, а? Стоило чуть-чуть похвалить, и он на тебе. И на тебе непорядок. Непорядок. Это песко-соляную смесь он убирает, похоже. Или не убирает, а пылит просто. Давай. Вот сейчас мы увидели такую картину. Проезжал, значит, с утра. Пылил по обочине. Как типа убирал что-то. Типа вот эту песко-соляную смесь, которую насыпали в зимнее время для проезда машины. Вот сейчас он, так скажем, убирал. Но я скажу одно, он не убирал. Я вам сейчас предоставлю репортаж, где он так наубирал, что глаза у всех выскочат из орбиты. Особенно у наших властей. Говорить много не буду. Теперь смотрите очередной сюжет, как подобает убирать у нас в городе тротуары. Все, гляните репортаж. Вот прям машину аж всю пылью обдал. Вот, господа, чья машина это? Вот после этого товарища вся машина будет... Поедете сразу на мойку. Вот поглядите, что творит этот товарищ. Ты поглядите, это ураган несется. Пыльный ураган, песко-соляной смеси. Все на людей. Ну это что за такое, а? Что за безобразие? Не успели похвалить, и на тебе. Что творится в этот раз? А? Это уму непостижимо. Ветер на людей. И вот он тут пылит. Но на тебе, а? Вот посмотрите, люди, в нашу сторону идет уже эта пыль. А тут ходят люди, все прочее. И никому нет дела. Вот так вот, я не знаю, он убирает или подметает. Это еще вопрос. Нет, наверное, скорее всего, он разбрасывает эту пыль дальше. Эту пыль дальше он разбрасывает. Вроде как подметает. Это называется не уборка. Это называется то, что никто не видит, чем тут занимается он. А проходящие даже и не думают заснять такое безобразие. Но мы вот решили это дело пресечь. Он не глядит никуда, ни на людей, ничего. И все это делается в ветреную погоду, когда этим делом надо заниматься только ночью, правильно? Да, правильно. Вот. Он его. Вот поглядите, вот действительно, он или ему никто не дал такой установки, чтобы в такую ветреную погоду такую не делать. Ну, это вообще безобразие. А? Вы из этого района, да? Из этого района вы. Вот. И этой пылью сейчас будут все дышать. С ума сойти. Ну что, надо это дело пресечь. Ровным образом говоря, пресечь. Займем. Все. Это будет в интернете. Так что, власти, очередной сюжет вам. От Алексея доктора Лешего. Прошу посмотреть всем. Майские тревоги городской.
Вот предстоящий день города у нас сейчас намечается, Сергей. Да, ну, что вы об этом дне города предстоящем можете сказать? Что, можно ли его справить? Какие критерии внести в дату дня города? Что еще? О чем вы обо всем об этом скажете? Справить, конечно, можно. Исправлять будут, безусловно. Потому что людям нужно попить вина вдоволь, расслабиться, как они это называют. Но я категорически против подобных праздников, любых праздников, потому что в праздники люди теряют бдительность, их убивают салютом, и происходит, и на утро наступает тяжелое похмелье и вообще осознавание, что мы творили мусор, кругом и бардак. То есть мне, как трезвому человеку, на это смотреть, мягко говоря, некомфортно. Всего спасибо. Ну ладно, Сергей, спасибо за интервью. Здоровья вам, всего хорошего, удачи. Взаимно. Приятного отдыха вам. Спасибо. Ну что, дорогие горожане, уважаемые земляки, от всего сердца я поздравляю вас с наступающим днем города. Желаю, конечно, чтобы прежде всего город процветал нас, был еще лучше, как вот этот вот бульвар Химиков. Он мне очень понравился сегодня, побывав я со своим другом Сергеем на этом бульварчике. Мне он так понравился, что хотел там посидеть, немножко, так скажем, интервью дать. Люди вложили энергию и душу, все, что надо. И мне буквально все понравилось. Но есть один нюанс. Сильный ветер. Вот как бы вот эти бы бульвары наши здесь, не то что вот один единственный Химик, а еще все бульвары города, все улицы города были бы такие же прекрасные и хорошие, как бульвар Химиков. Вот. Ну что, с днем города, друзья!